грязь, да грязь кругом. И трак грязный как черт. Приехали на северный ледовитый океан. Все, дальше дороги нет. Тучи постоянно, дождь идет. Плюс 12 градусов тепла сейчас. 3 часа дня. У них интересно, постоянно выносят целую кучу всяких дров. Только что поели вот здесь вот картошку с рыбой местной. Очень вкусно. Ловят прямо в океане. Вот так они здесь тут живут. Пойдем дальше гулять.